Сегодня 29 апреля, и мы находимся в Волгоградском лесничестве. Сегодня мы посадили 2000 саженцев вместе с Русклиматфондом при поддержке Forester и 200 саженцев при помощи народного финансирования. Посадить дерево для нас – это как улучшить вклад в нашу экологию, в нашу природу, чтобы воздух у нас был более чистый, насыщенный кислородом, чтобы мы ходили и радовались не только, смотря на красивые, прекрасные деревья, но и дышали свежим воздухом. Мы своими руками также, прям своими руками вносим вклад в экологию, в этот мир, оставляем какой-то свой след и помогаем так всей нашей планете. Это нужно для поддержания экологического благосостояния. Все-таки у нас часто случаются пожары, тем более в Волгоградской области. И тем самым помогаем природе восстановиться. Ведь откуда им тут расти? А так мы хотя бы сажаем тут. Как с детства говорят, все должны посадить дерево в своей жизни. И, наверное, это принести какой-то вклад. Для меня посадить дерево – это вырастить, и не только вырастить живой организм, это еще за ним ухаживать, это труд, это нужно уметь делать, нужно понимать, чем ты занимаешься, и, конечно же, в дальнейшем следить за его развитием и уже наблюдать его в таком более-менее зрелом возрасте и, конечно, вносить такой определенный вклад в экологию. Я думаю, что для человечества посадить дерево – это очень важно, потому что наши растения – это, во-первых, легкие планеты, которые помогают нам не только дышать, но и украшают ее. Также они защищают от пожаров, от пыль, что очень востребовано в Волгоградской области. И я считаю, что каждый человек может изменить нашу окружающую среду к лучшему. Я считаю, что для меня лично посадить дерево – это очень маленькое дело, которое может помочь очень многим людям, потому что каждый изменения начинаются с себя. И если ты можешь сделать что-то полезное для себя, окружающих, для планеты в целом, это нужно делать. Присоединяйтесь к нам вместе с Русклиматфондом.